Сегодня у нас 20 октября. Это у нас сорт Black, это у нас сорт Prime Arc Freedom. Вымахали вот такие большущие у нас побеги, которые я собираюсь укрывать на зиму в надежде, что они будут плодоносить летом. Летом 2018 года, вот три этих побега я собираюсь укрыть. Вообще это сорт ремонтантный. Его укрывать вообще не обязательно, можно просто по самый корень обрезать. И все, и он в следующей осени нам опять что-то вырастет на нем и будет что-то плодоносить. Я все-таки хочу попробовать его накрыть. Хочу вам показать отростки, хотя мне говорили, что он отростков не дает. Не знаю, как оно, насколько правда. Вот у меня какие-то отростки данного саженца присутствует. Попробуем эти отростки посмотреть, откуда они идут, обрезать их и посадить в закрытую корневую систему. Где-то там еще один у нас есть отросток, там вот есть отросток этого сорта. В общем, не знаю, одно дело продают, говорят, другое дело вот такой факт хочу вам показать, как он себя ведет, тоже покажу. Со временем покажу, как он будет себя вести. Вот у меня второй год этому кусту. Так вот он выглядит на 2017 год. Посадил его в 2016 осенью. Ну, вообще мне понравился этот сорт. Понравились его плоды. Вот. Большущие плоды, сладкие. Кислинка присутствует, но не такая, как у других плодов. У этого более сладкий он такой сорт. Так вот.